Нурсултан Назарбаев направил соболезнования председателю Госсовета и Совета министров Республики Куба Раулю Модесто Кастро Русу в связи с кончиной Фиделя Кастро, сообщает сайт Акорды. Отмечается, что глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о смерти лидера кубинской революции. Команданте Фидель Кастро навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрый лидер и авторитетный политик, внесший большой вклад в укрепление двусторонних отношений, говорится в телеграмме. От имени всего казахстанского народа и от себя лично Нурсултан Назарбаев выразил искренние соболезнования всему народу Республики Куба.